В Евангелии говорятся следующие слова. Кто не родится от воды и духа, не может увидеть Царствие Божьего. Дорогие верующие во Христе Иисусе, у меня к вам вопрос на основании этого библейского стиха. Если вы родились от воды и от духа, то у меня следующий вопрос. Кто из них является вашим папой, а кто из них является вашей мамой? Но если человек рождается от мужчины и женщины, то мужчина становится его отцом. Женщина становится матерью. А родиться от воды и духа, кем они вам становятся? Вы говорите, что вы родились от Духа Святого. У меня вопрос. Кем после этого рождения для вас стал Святой Дух? Папой или мамой? У меня все. Пишите в комментарии свои.